Оценит профессиональным взглядом. В Бийске пройдет турнир по смешанным единоборствам ММА «Кубок Спарты». Главный гость турнира – чемпион мира и Европы по боевому самбо Али Багаутинов. 7 сентября в 7 часов вечера в городском дворце культуры пройдут крупные соревнования по смешанным единоборствам. 8 поединков среди профессиональных спортсменов России и ближнего зарубежья. Почетный гость турнира Али Багаутинов. Он примет участие в церемонии открытия и награждения спортсменов. Отметим, что подобное событие пройдет впервые не только в Бийске, но и во всем крае. Но это популяризация вида спорта, ММА, смешанных единоборств. Вообще популяризация здорового образа жизни. Ну и вообще хочется сделать праздник в городе. Не так много их у нас бывает. Не так часто к нам приезжают звезды.